Видеозапись с выходка очередного автохама изучают столичные инспекторы. В сети появились кадры, на которых видно, как водитель грубо нарушает правила дорожного движения. Лихач на дорогой машине решает объехать пробку и выезжает на встречку. Причем все происходит в самом центре столицы, на одной из набережных, буквально у стен Московского Кремля. Снимает, видимо, пассажир. Кто был за рулем, сейчас выясняют. Виновнику может грозить лишение прав.